С вами магазин Инструмент Центр. У нас сегодня в видеообзоре набор от компании Kingroy. Код товара 082MDA. Начнем из упаковочной коробки. Вот набор идет в такой вот коробке упаковочной. Можно сказать, картоновая накладка. Здесь указано у нас код товара 082MDA. Сделано в Тайване, что многие спрашивают. Вот указано, сделано. Ну, вообще Kingroy — это профессиональный инструмент. И хром ванадий, материал изготовления. Хром ванадиевая сталь. Указано на упаковке. Так, по комплектации набора. Набор состоит из 82 предметов. В наборе идут головки шестигранные. Их здесь 25 штук. Синяя полоса, Kingroy вверху. И Kingroy у нас здесь выбито на головке каждой. Самый маленький размер — это 4 мм, 6 граней. И самая большая — на 32 мм. Далее в наборе 2 трещотки под квадрат 1,2 на 72 зуба. Имеет быстрый сброс, переключение вправо-влево, реверс. Также указано Kingroy хром ванадий. Рукоятка у нас комбинированная, пластик и черные вставки резиновые. Хотелось бы отметить, рукоятки эти старого образца. Пока что наборы 082MDA идут, образец старый кейс и вот трещотки такие. Сейчас я вам покажу новую трещотку, это из набора 108MDA. Вот. Это трещотка 82MDA, синяя, черная — это в новой комплектации наборы 108MDA. В последующем наборы 082MDA будут идти с такой черной трещоткой. Здесь трещотка на 72 зуба. Под 1/4 также 72 зуба, имеет реверс, быстрый сброс и рукоятка комбинированная. Быстрый сброс — это вы одеваете головку и можете быстро ее снять. Далее два кардана идут, 1/4, 1/2. Также Kingroy логотип. Карданы у нас не винтами скреплены, а здесь вот такие вот металлические вставки идут. Кардан не разборной. Удлинители. Здесь их 4 штуки. Два удлинителя под квадрат 1,4. 50 и 100 мм. И два удлинителя под квадрат 1,2. Вот. 125 и 250 мм. Удлинитель 250 мм также используется как Т-образный вороток. В комплекте идет вот такой переходник. Также переходник можно использовать для перехода с квадрата 3/8 на 1/2. У кого есть трещотки дополнительные, можно вот одевать головки на 1/2. Также есть гибкий удлинитель. Он используется с квадратом 1,4 для труднодоступных мест. Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри резиновые вставки, чтобы когда вы выкручиваете свечу, чтобы она не выпадала. Отверточная рукоятка.
Под нее в комплекте идут биты, которые прессованы в головку. Вот одеваете нужную биту вам. Биты у нас здесь есть лицевые, есть торкс биты, крестовые и шестигранные. Также ее можно использовать с головками под квадрат 1,4. Так, в наборе есть комбинированные ключи, здесь их 9 штук. Самый большой размер 22 мм. Видите, хром ванадий, размер ключа, рифленая поверхность. То есть ручка не гладкая, вот такая рифленая. Что очень удобно, в руке не скользит. И самый маленький ключ на 8 мм. Так, далее по комплектации. В наборе еще есть у нас Т-образный вороток под квадрат 1,4 с плавающей головкой. Можете ставить нужную вам головку. Или можно использовать вот с таким удлинителем для труднодоступных мест. Получается у нас такая конструкция. Так, биты, которые используются с квадратом 1,2. Здесь они тоже идут шестигранные, шлицевые, торкс есть, крестовые. И их используют, есть вот такой вот переходник. Вставляете нужную биту, в данном случае это крестовая, и можете использовать или с трещоткой, или использовать Т-образный вороток. Есть переходник для работы с шуруповертом. То есть вставляете нужную вам головку или биту под 1,4 квадрат. Вот, и ставите. Работаете с шуруповертом. То есть в патроне закрепляете. Или головку, или вот есть биты такие. Тоже вот одеваете. Иногда задают вопросы по весу головок. Сколько весит головка? Ну, в данном наборе мы взяли головку на 32 мм. Она здесь весит 219 грамм. 219 грамм это в наборах Кенгрон. Так, по комплектации я вам все рассказал. Наборы эти профессиональные. Выдерживают высокие нагрузки. Рекомендуется использовать в автосервисах и на СТО, а также можете применять дома для обслуживания своего автомобиля. Как я сказал, эти наборы сейчас идут еще в старом кейсе. То есть пока что планируется выпуск их в новых кейсах. Сейчас я вам покажу новый кейс и чем отличается. Этот кейс, вы видите, пластик, идет цельнолитая конструкция, состоит из двух частей, но скреплен не замками, а он как бы отлит цельный. Это в наборах 0,82 МДА. Кстати, еще инструмент не выпадает. То есть фиксируется в крышке, он хорошо. Вот. Защелкнули. Хорошо защелкнули и ничего не выпадает при закрывании. Здесь кейс у нас старого образца, Кенгрой. Идут пластиковые защелки. Сейчас я вам покажу кейс нового образца. Вот, они уже идут 108 наборы, 108 МДА идут в таком кейсе. Здесь идут уже металлические замки. В последующем 82 МДА будет выпускаться
в таком же самом варианте, с такими же самыми трещотками черного цвета и в кейсе с металлическими замками, он гораздо больше. Пока что 82 МДА идет в кейсе старого образца. Спасибо, что смотрели наш видеообзор. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш видеоканал или оставляйте комментарии по поводу данного набора. До свидания.